Мне кажется, что мы сейчас балансируем на грани Третьей мировой войны. Вокруг этой идеи защиты палестинцев от сионистского государства могут объединиться и ядерные державы мусульманского мира. Ведется полная деконструкция, если воспользоваться термином этих интеллектуальных террористов, образа России из-за только одной единственной СВО. И все-таки никогда ничего подобного не применяется к Израилю. Как была состряпана эта марионетка госпожа Тихановская. То есть в 1994 году, в 12-летнем возрасте, она очутилась в ирландской школе. Никто не прислушивается, к величайшему сожалению, больше к мнению такого государства на международном уровне, как Франция или Германия или Испания, где находятся эти бывшие владычицы морей. Анатолий, здравствуйте. Здравствуйте, Юрий. Анатолий, весь мир сейчас обсуждает арабо-израильский конфликт, новый виток, причем такой никогда не было еще, такого уровня жестокости. Если абстрагироваться немножко от того, что, да, есть государство Израиль, как бы нету государства Палестина, как, хотя изначально задумывалось именно так, да, что будет два государства, и Палестина, и Израиль. И многие говорят о том, что именно тогда, во время создания этого государства, и была заложена, в общем-то, бомба замедленного действия, потому как, ну, вторая часть договоренности выполнена не была, и, соответственно, вот до сих пор это все и тянется. Мне кажется, что мы сейчас балансируем на грани Третьей мировой войны. Такое может быть. И действительно были созданы вот такие государства, как не то что... Сам по себе Израиль был создан для такой роли, но сама манера геополитического создания и еврейского государства, и палестинского государства, как это было расчерчено на карте, это стало залогом будущей перманентной нестабильности. И если... Раньше, например, в истории 19-го, начала 20-го веков, можно было говорить исключительно о региональной нестабильности, то сейчас, ввиду глобализации мира, ввиду того, что эту популяцию и арабскую, да и еврейскую, потому что вот я перед вами еврей, который живет во Франции, их, в общем-то, привезли сюда, импортировали массово эти региональные конфликты в западный мир. Не забудем, вот, если просто подсчитать мусульманское население в Западной Европе, то их, по последним подсчетам, в некоторых странах это запрещено считать просто, минимум 40 миллионов. То есть это 4 Швейцарии, если хотите. Вот, ну, многие из них, все-таки нужно признать, они ассимилированы, как, например, многие турецкие мусульмане. Вот, в Германии, в немецкой Швейцарии, в Австрии, да, нужно признать это. Вот. И закладываются вот такие вот геополитические и демографические бомбы повсеместно. И ими очень просто манипулировать, и когда все-таки этот нестабильный мир, и нужно признать еще другой фактор, это абсолютная дегенерация элит. То есть вот сейчас, когда я переписываюсь с французскими профессорами французских университетов, они уже не умеют писать на своем родном французском языке. Вот, к сожалению, не могу показать, но у меня уже целая коллекция. То есть это люди, которые абсолютно не... То есть происходит кризис специализации, кризис экспертизы. И те, кто называются официальными экспертами здесь, например, на Западе, они... их селекционируют по принципу их идеологии, то есть являются ли они носителями религии этого террора. Не нужно быть специалистом, нужно вот просто выдавать этот катехизис. Вот, требуется деструктировать семью, традиционные религии, традиционные связи, и тогда у вас есть возможность стать официальным экспертом.
Вот. И в таком мире, и тем паче при изначальном создании этих анклавов, не может не возникнуть вот такой ужасной войны, которые нынче происходят на Ближнем Востоке, и которые, в свою очередь, может перерасти в мировой конфликт. Вы видите, что через Хезболлу реагируют на то, что происходит. Многие, ну это, можно сказать, шиитское течение, у которых гигантский такой центр, который находится в Тегеране, и со стороны Газа идет перманентный конфликт с Хамасом. Это суннитское течение ислама, которое, естественно, поддерживается во всех суннитских государствах, вплоть, вот, вы берите вот все, что называется Магриба, от Египта до Марокко. Вот, и даже у тех государств, как, например, Марокко, королевство Марокко, у которых конфликты со своими алжирскими соседями, у которых на идеологической теме именно их отношений с Израилем. То есть у Алжира до сих пор нет дипломатических отношений с Израилем, а у Марокко все в течение долгих десятилетий сложились достаточно дружественные отношения между, и есть дипломатические отношения между этим королевством и Израилем. И вот это действительно было вот создание Израиля, и вот то, что происходит сейчас, эти длительные конфликты, это бомба замедленного действия во всем арабском мире. Не забудем о разрыве дипломатических отношений между Марокко и Алжиром именно на идеологической точке зрения, с идеологической точки зрения, их отношения к сионистской идее. То есть в Алжире это неприемлемо, а в другой у их соседей, тоже арабско-берберско-кабильского государства с тем же самым суннитским исламом, есть некая акцептация принятия государства Израиля. Ну вот сейчас, тот момент, когда все эти противоречия могут просто, о них могут забыть в мусульманском мире, видите, и шииты, и сунниты, которые, в общем-то, всегда, да, между собой, ну, не дружили, мягко скажем, мы видим, что они, в общем-то, выступают единым фронтом. Во всяком случае, как минимум на словах. Да, и они вместе, то есть, в общем-то, Хезболла снова начала атаку против Израиля на севере, и то же самое вот это движение Хамас на юге. Да, абсолютно, объединение на фоне общего врага, естественно. И вот эти вот переговоры с помощью гигантских вливаний американских финансов в Израиль. И эта вот тенденция, которая была установлена на установление длительных отношений между суннитским государством Саудовская Аравия и Израиль. В том даже, чтобы была идея в американском конгрессе, которая была озвучена многократно, и, следовательно, американскими дипломатами, чтобы Израиль помог Саудовской Аравии получить атомную бомбу, и вот все эти длительные процессы, они обрушились. Хотя в Саудовской Аравии, нужно отметить, они не желают иметь у себя палестинцев. Вот, все-таки нужно знать о том, что вот это ближневосточное государство, которое называлось Ближневосточной Швейцарии, Ливан, оно было разрушено вливанием туда палестинских беженцев. То есть, вот когда после одного из арабо-израильских конфликтов туда в Ливан принял многие сотни тысяч палестинских беженцев, вот это подорвало длительное многовековое равновесие, которое существовало в Ливане. То есть, действительно, Восток – это дело тонкое, как говорили многие дипломаты, которые работали с мусульманским миром и в Северной Африке, и в Азии. Да, и разрушить его, это хрупкое равновесие, очень просто. Восстановить его невозможно.
но вы вспомните, например, что происходило вот в соседней с вами Польше, вот, в абсолютно христианском мире. Вот забудем о том, что происходит вот сейчас на Ближнем Востоке. Вот была Версальская конференция после окончания Первой мировой войны, и создали снова вот это вот соседнее с вами государство Польша в 1918 году, и состряпали, по-другому и не назовешь, там это то, что называется Данцинским коридором. То есть в середине, вот в Польше было, то есть было вот, вот эта вот территория вокруг нынешнего Гданьска, где исторически жили пруссаки, в общем-то, немцы. Вот. И... Ну да, кому Гданьск, кому Данцик, тут такое. Это привело к чему? Это привело, в общем-то, это было камнем преткновения, которое вылилось, в общем-то, во Вторую мировую войну. И до достаточно, когда дипломаты очертят что-то на карте, абсолютно безответственно можно предположить, или имея определенную заднюю мысль, это тоже возможно, и этим потом можно пользоваться для... этих гигантских международных конфликтов в нашем глобальном мире. Что может, не дай бог, конечно, произойти такого, что ввергнет вообще всю планету вот в эту пучину? Возможно, объединение мусульманского мира. Это первое, что приходит на ум. Да, вокруг этой идеи защиты палестинцев от сионистского государства могут объединиться и... ядерные державы мусульманского мира, которые воспитывают целое поколение в ненависти друг к другу на идее общего врага, да, естественно, может быть объединение. Может, я вижу некие поползновения даже среди ассимилированных мусульман той же Германии, Швеции, вот, которые начинают... приближаться с религиозной точки зрения к идее терроризма. Очень любопытно, что в их действиях их поддерживают вот эти же самые парижские террористы. Да, возможно, все, естественно, могут только желать того, чтобы данная Третья мировая война, открытый военный конфликт не произошел, потому что... Но это может захлестнуть полностью не только западный мир, как это было в двух первых мировых войнах, но и, в общем-то, и мусульманский мир, да и Китай. Границ для этого уже нет. Голос европейских политиков слабо слышен вот на фоне всего того, что происходит на Ближнем Востоке. Это потому, что все больше и больше как раз-таки мусульманского населения в Европе и никто не хочет дразнить, собственно, внутри своих государств вот этих людей. Да, эти новые французы часто исламского вероисповедания, они представляют из себя электорат многих французских, немецких и так, шведских и так далее политиков. Да, это так. То есть они вынуждены балансировать. Поэтому вот вернемся к той же Франции. Этот бывший французский сенатор господин Меланшон, который после уничтожения, самоуничтожения социалистической партии Франции, стал неким представителем французских левых. Ну и чем он занимается, в чем заключается его политическая деятельность за последние десятилетия, это не дать организации во Франции исламских политических партий. Потому что как только будут созданы партии, политические партии Франции по этому религиозному принципу, он, ввиду того, что он отринул, как и все французские террористы, французских рабочих, которые голосуют за Марин Ле Пен и Эрика Зимура, то у него не будет, в общем-то, электората. То есть это будет конец его карьеры. И таких Меланшонов полно и в Германии, и в скандинавских странах, вот, и в Испании. Да, это в Великобритании, это так. Но это первый момент. Ну, а во-вторых, когда, если вы являетесь политическим деятелем, и вы думаете только о вашем переизбрании,
то для этого нужно, тогда нужно заключить, что, как верно говорил господин Черчилль, то вы являетесь просто демагогом. Вы не являетесь государственным деятелем, который будет думать о грядущем своего собственного народа. И да, нужно отметить, что эти поколения французских террористов, интеллектуальных террористов, они состряпали этих демагогов. Поколение политических деятелей, которые занимаются исключительно собственной карьерой. А когда из поколения в поколение вас не интересует, вы не являетесь государственными деятелями, то, следовательно, вы стираетесь с политической карты земного шара. Да, никто не прислушивается, к величайшему сожалению, больше к мнению такого государства на международном уровне, как Франция или Германия или Испания, где находятся эти бывшие владычицы морей. Да нет, потому что они перестали селекционировать политических деятелей по принципу того, чтобы они интересовались будущим своего народа, то есть являлись бы государственными деятелями. Именно поэтому, когда эти идеологи бросают свой взор в сторону восточных славян, они видят в Беларуси, в России, в общем-то, тех, кого, тех, кто представляет в их воображении образ их предков. То есть, да, во Франции раньше были политические деятели. Последним были государственным деятелем, смело можно назвать Франсуа Миттеран. Вот. После него, да, вот этот социалист, он был подлинным государственным деятелем Франции, который даже несмотря на то, что умирал от рака, он занимался всем тем, что он считал нужным для будущего своего народа. Ну и вот... создали повсеместно, и в том числе на Западе, политиков, которые не занимали, которых воспитали с малых лет как идеологов, как фанатиков. Это очень любопытно, когда я вот здесь преподаю, что происходит в Беларуси. Это очень важный момент. То, как была, прошу прощения, состряпана эта марионетка госпожа Тихановская. То есть в 1994 году, в 12-летнем возрасте, она очутилась в ирландской школе. И она провела там, по свидетельству известного финансиста Ирландии, который ее принимал в рамках программы помощи детей Чернобыля, она провела там многие года. То есть дело в том, вот как, когда вот вы анализируете таких псевдодиссидентов из государств восточных славян, дело в том, что вот она была воспитана в духе, вот эта госпожа Тихановская, в духе этого фанатизма, ненависти ко всем традиционным белым народам Запада. Вот. Здесь уже их у нас на Западе в большинстве своем, не всех, конечно, их нормализовали. Остались вот вы, если можно позволить. И теперь они занимаются тем, чем их воспитали. То есть некой фанатической деструкцией, деконструкцией своего собственного мира, то есть вас. И, естественно, пока они занимаются таким важным делом, у них нет времени на то, чтобы быть государственными деятелями. Естественно, их никто не слушает ни в арабском мире, да и у вас тоже не особенно. В Китае видно, как принимают там и немецких, французских политических деятелей. И когда, например, никем не избранная лидер Европейской комиссии госпожа фон дер Ляйен приехала, например, и в неоосманскую империю, которую воссоздает господин Эрдоган, ей даже не нашлось несколько лет назад места, чтобы стул, чтобы его усадить. Да, это презрение, это обыкновенное презрение государственных деятелей, которые думают на долгий срок, некое монархическое видение государственных деятелей будущего своего народа, преемственности, то есть то, что видно, например, в государствах русского мира, в Китае, в Турции, да. И когда они смотрят на берлинских или парижских временщиков, нормальное, вот так логическое, если можно сказать, презрение.
В этом большая проблема на самом деле, потому как вот и от наших политических лидеров часто звучит в открытую просто, что мы бы хотели вести диалог, но с людьми, которые действительно представляют интересы народа, ну, своих народов. Пусть даже нам эти интересы, может, не нравятся. С кем-то надо будет договариваться. Вопрос с кем? Да, это очень пессимистическое видение, но оно верно. Говорить не с кем. Как сказал один известный немецкий философ, когда была возможность говорить, не было ушей для того, чтобы меня слушать. И вот на дипломатическом уровне сейчас, во время общения русского, государственных деятелей русского мира с западными политиками, да не с кем говорить. Потому что вот вы видели, что произошло, например, между Россией и государствами, которые обеспечивали Минские соглашения. Ну вот они подписались, и была даже некая форма псевдопреемственности между сначала президентом Франсуа Олландом, затем его последователем Эммануэлем Макроном, которые все, ввиду того, что они были французскими президентами, являлись гарантами Минских соглашений. Ну и что? К чему это привело, а потом госпожа Меркель открыто сказала, уже выйдя на пенсию, естественно, выждав момент, ну, в общем-то, все знали, что ничего не будет. И кто станет доверять таким демагогам западного мира, которые не являются государственными деятелями? И это ужас. И это причина этому отвратительная селекция, потому что воспитывают здесь идеологических комиссаров, у которых есть эта вот религия разрушения собственных народов. Потому что вот сейчас, когда идет этот ужасный конфликт на Ближнем Востоке, никто им, в общем-то, здесь не занимается. Чем занимается господин Макрон? Он готовит себе преемника, вот, или возможность самому переизбраться в 2027 году. Все думают о будущих выборах. Все занимаются своими мелкими делишками или как там поучаствовать в манифестации по поводу предоставления прав трансгендеров. Это вот их интересует. Кстати, это очень важно, что вот, вот было вот то, что вот эти вот течения, которые сейчас приводятся к вам, вот эти вот феминофашисты, вот сейчас борьба за права женщин. А потом, вот это сейчас, такая форма истерическая вот прошла уже, и сейчас уже, доказывается, прошло новое течение деструкции, и которое говорит, ну ладно, вы женщины, все, вы добились, теперь уже вас не существует, теперь нужно бороться за права гомосексуалистов. Вот. И вот они уже получили здесь все, а потом уже пришло третье течение, и говорят, ни феминисты, ни гомосексуалисты нас уже не интересуют, теперь вот никаких полов вообще нет, забудем это. И вот когда вы живете в русском мире, вы задаетесь вопросами вот этого глобального характера, каково будет наше будущее, с кем можно вступить в дискуссию на долгий срок. А здесь вот эти вот демагоги, они занимаются вот этими вот вопросами. И то, что те вот решения, которые они принимают сегодня, они запросто отменят их на будущий день для самоизбрания. Учитывая такое качество в большинстве своем политических лидеров, удастся ли все-таки не скатиться к той самой Третьей мировой? Как говорится, пессимист – это оптимист, у которого долгий опыт. И вот чего можно, наверное, добиться, в лучшем случае, мне кажется, изучив вот всю историю вот этого регионального конфликта, который де-факто является глобальным конфликтом, можно просто снова удушить этот конфликт какими-то долгими методами. Или этот конфликт перерастет в такую вот длительную вялую войну между Израилем и соседними анклавами, государствами даже. Да, но прекращение, замирение всех для всеобщего блага в этом регионе – это невозможно абсолютно. Вот сейчас, вот если позволите выразиться по этому поводу, как специалист по Ближнему Востоку, вот сейчас и вот и показать вашим зрителям тот момент,
при котором вот этот вот конфликт на Ближнем Востоке, он видится с западного мира как некая форма применения двойных стандартов. Вот вернемся вот к этому термину, под которым ведутся боевые действия между Российской Федерацией и Украинской Республикой. Это СВО, специальная военная операция. Вот. Так вот, все-таки нужно отметить, что само государство Израиль это история непрекращающихся СВО, специальных военных операций. И вот то, как с точки зрения Запада уничтожается, ведется полная деконструкция, если воспользоваться термином этих интеллектуальных террористов, образа России из-за только одной единственной СВО. И все-таки никогда ничего подобного не применяется к Израилю. В Израиле есть такой термин, официальный термин, как мифца, операция. Вот. И когда вы изучаете военную историю Израиля, то вы видите, что это перманентная история этих мифцот, этих операций, специальных военных операций. Есть это мифца Регель-Эц, деревянная нога. Есть даже война, то, что у нас на Западе называется война в Ливане 2006 года, когда Израиль схлестнулся в Ливане с Хезболлой, он проиграл, в общем-то, в Израиле это продолжало называться мифца, операция. И вот сейчас очень важный момент, когда провозгласили, в конце концов, в Израиле не мифца, а, наконец, войну. Это очень важный момент. Вот декларация этой войны, мелхама. Это было буквально несколько дней назад. Это большая редкость, потому что все остальное, вот вся история существования этого государства Израиля, это история этих мифцот, специальных военных операций, которые, в общем-то, с точки зрения Запада, абсолютно нормальны, их принимают. Двойные стандарты, да? В России это СВО не принимается, а с точки зрения Израиля она принимается постоянно. И даже их не прекращают финансировать. И если изучить вот отношения между сектором Газа и единственной мощной силой там политической, это суннитское военизированное течение Хамас и государством Израиль, это история непрекращающихся мифцот, операций, специальных военных операций. И это затяжная война, которая длится и не прекращается не вот сейчас, а вот в течение последних лет. То есть это перманентные силовые отношения. То есть Израиль взял как бы в заложники этот анклав, когда попадались там вот лидеры, представители этого Амас, в руки Израиля, их запирали в тюрьмы, и велся шантаж постоянный по отношению к сектору Газа. И тоже было вот такое отношение, что их как бы этот Хамас признавали террористской организацией, но вместе с тем нужно было общаться с ними для нахождения этого какого-то подобия мирного решения в течение долгих лет, не сейчас. И велась, вот сейчас вы видите, взяли этих израильских заложников и ведет в Хамасе, Хамас взял этих израильских заложников, и ведется эта торговля. Но никто не знает, в общем-то, что это продолжалось в течение долгих лет. И вот этих вот боевиков, или, можно сказать, участников сопротивления, смотря с какой стороны вы себя позиционируете, Хамаса в израильских тюрьмах, их вот держали в определенных условиях, которые предусматривает израильское законодательство. И в израильском правительстве были, до сих пор есть, естественно, которые сейчас пришли к власти открыто, политики, которых, например, у нас бы на Западе политиков такого только не потерпели, посчитав их не только крайне правыми, но и фашистами, вот, то в Израиле они, эти политики в Кнессете постоянно и в правительстве постоянно призывали к тому, чтобы отнять у этих заключенных
боевиков или участников сопротивления Хамаса в тюрьмах Израиля права нормальных заключенных. А когда они там умирали, то есть в Израиле продолжали держать их тела, не выдавали их своих семьям. То же самое, что происходит сейчас, это стало открыто во время этого конфликта. Вот. Но это продолжалось в течение долгих лет. И когда вот Хамас устраивал эти другие вот эти операции уже на территории Израиля, убивали солдат и тут же забирали с собой их тела, и велась эта постоянная, вязкая, долгая специальная военная операция с двух сторон. Я тебе выдаю этих заключенных. Нет, я тебе не выдаю этих заключенных. Вот я держу тела твоих солдат, я держу тела твоих боевиков, и вот мы торгуемся, и вместе с тем я тебя не признаю. Вот, в общем-то, та же самая ситуация. И вот сейчас это стало... В общем, одним словом. И вот эти вот специалисты, и очень любопытно, это вот когда вы находитесь в русском мире, вы видите, что вот это СВО, специальная военная операция, которая не Россия, абсолютно ее лидеры, абсолютно дьяволизированы из-за одной только, как говорится в Израиле, мифца, вот, специальная военная операция, в то время как, в общем-то, я уверен, что со стороны Запада, что бы сейчас Израиль не сделал в секторе Газа, вот сейчас они объявили, что вот этот госпиталь был уничтожен, но мы считаем всех жителей Газа террористами, это же было сказано, вот, и никаких санкций не произойдет. Почему-то со стороны Запада по отношению... Только помощь произойдет, финансовая и военная, это да. Помощь ему будет. А почему-то? Потому что вот нужно все-таки прийти вот к этому моменту, что вот здесь есть у нас на Западе эта идеология терроризма. Мы уничтожили самые жизнестойкие силы своих народов вот здесь, на Западе. И теперь вот мы смотрим на вас, на восточных славян, на представителей русского мира, вот у вас там, и вот эти вот истеблишмент, и их профессора, идеологи этой самой ненависти, мы видим в ваших лидерах тех, кем были наши предки, которых мы ненавидели, и мы их деконструировали. И именно поэтому, что бы там ни сделали, например, в Израиле, например, что бы ни сделали там представители, например, в Южной Африке там, с белым населением, или в Зимбабве с белым населением, это нас не касается вот здесь, на Западе, потому что у нас есть собственная идеология. И эта идеология, она важнее конкретики. Это важнейший вопрос. Потому что когда истеблишмент является фанатиками какой-то религии, и вот эта вот религия терроризма... Вы знаете, я думаю, что коснется в любом случае и тех, кто так считает, что их это не касается в Европе. Ну, хотя бы потому, что вот недавно один из лидеров арабского мира, я сейчас не воспроизведу его фамилию. Самое главное, что он сказал, что мы не будем вот соседние государства, как раньше, принимать палестинских беженцев. Нет. Они все окажутся где? В Европе. Да, вот это вот заявил буквально вчера лидер Египта, которого господин Макрон подталкивал к принятию почти миллиона беженцев, вот, из, в общем, арабских беженцев вокруг Израиля. Да, вот он сказал, берите их, это так. Но ввиду того, что вы видите перед собой идеологов, у которых есть конкретная власть на очень короткий момент, и которые заинтересованы исключительно в собственном переизбрании, то есть на самый короткий срок. Вот, они думают, их вот идеи, вообще все, что, в чем они заинтересованы, это пару лет. Может быть, 3 года, 4 года максимум. Все. Государственные деятели. И вот ваш изначальный вопрос, можно ли с ними вести конкретный политический диалог? Да нет, невозможно. И это грустно. Но будем надеяться, что что-то будет меняться, потому как, ну, жизнь так или иначе подталкивает к этому. Я уверен, что такие люди появятся. Ну, время их родит для нас, для всех.
Как скоро? Это второй вопрос. Но я остаюсь пессимистом, потому что я считаю, что элиты, истеблишмент, не рождается в своей массе сам по собой. По себе их нужно селекционировать. А ввиду того, что сама методика селекции элит разрушена, то я не вижу, откуда вот они у нас могут появиться на Западе. То есть может появиться какой-нибудь персонаж, один, второй, третий, максимум, да. Но они не смогут объединить вокруг себя. И я понимаю, что все ждут неких оптимистических проектов. Дайте нам хоть один луч надежды. Всегда так вот заканчивается интервью, но я не вижу, откуда вот такое будет возможно. Вот, например, после волны этого террора, который я вам описывал, Первой Французской Республики, пришел такой персонаж, как сначала консул Франции Бонапарт, и затем, который стал Наполеоном, императором Наполеоном I, и он провел уникальные реформы во Франции, вот, это было нечто. И многие говорят, вот же, смотрите, это как идея этого Евгения Онегина, возникает некий гений, единственный в своем роде уникальный персонаж. Но ведь это ложь, это не так, потому что вокруг Наполеона были сформированы еще старой Францией целые элиты. Он сделал, в общем-то, то, что на определенном этапе делал господин Путин, например, он пытается, например, всех замирить и правых, и левых подключить к определенному течению. То же самое, что делает господин Эрдоган. Вот всех вот вместе вот, и создать национальную идею, что сделал, например, Наполеон первый. Он принял во Францию и этих иммигрантов из старого французского дворянства, которые уехали из Берлина вплоть до Петербурга. Вот. И он создал новую аристократию. Но дело-то в том, что все те, кого он объединил вокруг себя для новой, действительно великолепной вот этих скобок исторических Первой Французской империи, они были продуктами селекции традиционного дотеррористического мира. И у него этих людей были не один, не два, а десятки и сотни тысяч подлинных элит. Да, но вот сейчас, когда вы смотрите вокруг, вот можно вот взять какого-нибудь уникального персонажа, который возродится сам по себе, но вокруг него никого, в общем, некого объединять. Потому что профессора французских университетов безграмотные. Вот, они занимаются тем, что называется специализацией. Вот я, выучивая небольшой сегмент, еще с определенным идеологическим взглядом, я вот его выбалтываю в течение 30-40 лет своей карьеры. Но это абсолютно бескультурные личности. И не только неоткуда взять новых подлинных элит, духовной аристократии, если можно сказать так, но и даже уже некому предоставить их образование. И это полностью, да, это тотально пессимистический взгляд, но я могу, вот, основываясь на этих реалиях, я не вижу, откуда можно взять вот с тех, с кем вы можете говорить. Беларусь, она является ядерной державой. И этот дипломатический конфликт, который создал посол Франции в Минске, господин Лакост, в 2021 году, вот, и Франция, ядерная держава, не нашла даже посла, чтобы отправить его к вам в Минск, к другой ядерной державе. Там до сих пор у вас там какой-то французский поверенный. То есть это не его превосходительство, господин посол. Это вот передает вот на реальном уровне
полную неспособность французских элит даже на дипломатическом уровне следовать конкретике, потому что дипломатия – это искусство реальности, и реальность, она меняется. Вот с 2023 года Беларусь стала обладательницей тактического ядерного оружия. Так возможно, если бы были дипломаты во Франции, что называется, в Кей д'Орсей, в Министерстве иностранных дел Франции, старой французской школы дипломатии, которая воспитала дипломатов в течение веков всего мира. Французский язык был языком дипломатии. Так, возможно, нужно что-то изменить в отношении Беларуси. Нет. У вас до сих пор даже какой-то там поверенный, даже посла Франции в Минске нет. А почему? По идеологическим вопросам. Время все равно расставит все на свои места. Спасибо вам, Анатолий, за этот разговор большое. Удачи вам. Всего доброго. Всего вам наилучшего.